Вот такая, друзья, здесь физкульт-площадочка. Тут одна. Вот. Ну а там брусья, турники. Там уже посерьезней. Я еще туда не добрался, так как мне особо физически пока нельзя сильно, будем так говорить, напрягаться. Напоминаю, у меня месяц назад была операция, друзья, поэтому не судите строго. Тут столько много этих галок или вороны. Друзья, что это за птицы? Подскажите. Вот они светлые у них туловище, а крылышки темные. Это ж не вороны. Или разновидность ворон. Их тут так много, друзья. Вот. И я тут потихонечку на некоторых тренажерчиках излюбленных. Я раньше занимался на них. Вот этот мой любимый. Для плечевых суставов, для груди, для спины. Там тоже, ну, в общем, три моих любимых тут тренажерчика. По чуть-чуть занимаюсь, друзья. Ну, как по чуть-чуть? Ну, да, по чуть-чуть. Не сильно так, можно сказать. Спешить некуда. Вот, поэтому всем физкульт-привет. У кого есть возможность, друзья, по чуть-чуть занимайтесь. Любыми упражнениями, хотя бы зарядками дома, обязательно не ленитесь. Я там как-то советовал гимнастику для шеи. Посмотрите в ютубе, это немаловажно. Вот, как бы рекомендую вам начинать с гимнастики. Вот только проснулись, помолились там, да, и начинаете свое утро с гимнастики с шеи. Ну, а потом можно зарядку, кому как, кому ходьба, кому на работе там физические нагрузки, да, не до гимнастики, не до зарядки. Но, тем не менее, рекомендую все равно делать каждое утро зарядку. Я также прихожу сейчас к закаливанию, есть у меня вот такая мысль. Хочу, друзья, по чуть-чуть начинать обливать себя водой. Ну, с холодных душей начну, там, с контрастных. Ну, не то, что с холодных. Буду по чуть-чуть уменьшать температуру. Попробую, что оно даст. Там детская площадка, тоже детишек много. С семьями приходят. Кормушки везде. Березы, сосна, в общем, свежий воздух. Прекрасно. В общем, друзья, всем здравия, в здоровом теле, здоровый дух. Всем от души здоровья, добра и всех-всех благ вам, друзья. До новых встреч.